Привет, друзья! Сегодня вам покажу, как освободить больше памяти на своем мобильном телефоне. Это действительно работает. Вы почему-то не знаете, но действительно работает. То есть, смотрите, есть приложение Total Commander. Вы его можете скачать там в закрепленке, у меня в шапке есть телеграммы, либо же в Play Market. Просто заходите в Total Commander, нажимаете главное, даете ему доступ в правом верхнем углу, три точки, обязательно настройки. И здесь убедитесь, что у вас вот эти вот пункт включен, скрытые файлы. Если выключен, вы его включите, потому что у вас ничего не получится реально. Потом возвращаетесь, и здесь есть пункт вот фото, видите? Вы нажимаете на этот пункт, и здесь у вас будет папка Global Trash. Вы нажимаете эту папку, и здесь будет куча файлов. Вы вот эти все файлы удаляете. И реально после того, как вы удалите вот эти вот все файлы, у вас памяти будет больше. Что это за папка и что она хранит, вы скажете. Это хранится вот те вот видео и фото, которые вы когда-то устанавливали, которые удалили, и они вот это вот в Total Commander, вот этой вот папке Global Trash хранятся. Удаляйте и освободите много памяти.